Региональному управлению ФСБ России пресечена противоправная деятельность 20-летнего ивановца, причастного к сбыту наркотиков синтетического происхождения в особо крупном размере. Распространять запрещенные вещества он пытался при помощи интернета. В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий из незаконного оборота изъято более килограмма наркотических средств. Советский районный суд признал ивановца виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.